Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Черепашки Ниндзя Легенды. Ежедневные награды забираем. Отлично. Так, задания мы выполнили все. В магазине колоду забрали. Так, ежедневные испытания я прошел. Так, сегодня у нас турнирная арена и эксперт Супер Шреддер. Будем набивать ДНК. Но сначала, как обычно, начинаем все с аренки. Поехали. Я нахожусь в Лиге Сёгунов, одна звезда. Ранг у меня 41. И выбираем себе противника. Так, Михаила здесь какая-то у нас и Макс. Начнем, наверное, с Макса. Ну что, берем Лео. Так, тихо, Железноголовый куда-то опять, как всегда, бежит. И здесь я буду, наверное, отыгрывать вот этих персонажей, да? Ну что же, я думаю, что вполне годно у нас получится сейчас Леонардо делать вертушку. Ну, если кого-то надо будет добить, естественно, добьем. Поехали. Так. Хо-хо-хо. Круто, круто. С одной вертушки он уронил абсолютно всех. Ну что ж, тогда двигаемся дальше. Ну давай, давай, быстрее пробужайся. У нас сегодня очень много дел. Во-первых, нужно вернуться в Лигу Сёгунов 3 звезды. Потому что сегодня суббота, ребята. Завтра будет воскресенье. И, как говорится, это последний день, когда мы можем мы с вами, как говорится, приударить в лиге и добраться до мастера. Но мне кажется, что у нас ничего не получится. Поехали. Почему не получится, ребят? Потому что если я даже поднимусь, во-первых, у меня не хватает откатов. Всего 5 штук. В принципе, тратить их, как бы, ну, не варик. Морозильная кошка нам не нужна, согласитесь, потому что она у нас прокачанная. Но другого способа я не вижу, чтобы нам заработать, как говорится, платиновые осколки, которые нам нужны для того, чтобы проапать очередного персонажа в платиновый ранг. Так, ну что, давай вертушку, наверное. Урони. Опять, опять Леонардо здесь на высоте. Одной вертушки было достаточно, чтобы они все здесь упали. Ну, а мы с тобой продолжаем нашу эпопею. Так, мы переходим с тобой на 9-ю позицию. То есть в Лигу Сёгунов 2 звезды я сейчас залечу. Так, начнем, наверное. Так, кто у нас тут? Миха, Ло, Туан. Ну, наверное, возьму я Ло. Ло-ло-ло. Так, Лео, возвращаемся. Раз, два, три. Кстати, я могу, знаете, что сделать? Я могу сделать вот так вот. Мне кажется, так будет честнее. По крайней мере, Леонардо всех уложит, а слабые герои мои отыграют свою роль, да? Причем даже не участвую в боях. Поехали. Ну-ка. Вау, Донателло выжил. Как это так он умудрился? Все, отдыхает. Ну что, главное, что Эйприл, да, и Тимати отыграли свою роль. Мы получаем за них, естественно, кубки. И переходим, да, в Лигу Сёгунов 2 звезды. 98-я позиция. Так, у нас еще достаточно героев. Так, Тимати, Мемет и... Кто там? Рани? Или Рони? Хм, наверное, возьму я... Давай, наверное, Рони. Возьмем с тобой Рони. 55-й уровень здесь, да, максимальный. Мы с вами возьмем, наверное, вот этих вот. Я думаю, что можно и без Леонардо здесь поиграть. 60-й уровень должен здесь справиться. 60-й уровень моих персонажей. Ну что же, поехали, начинаем с Кунаев. Угу, теперь паутинка. Так, слушай, ну неплохо. Да ладно. А, он ударил, я думал, что он сейчас будет хилить. Хм, Мондагека уничтожаем. Этот у нас спрячется в инвиз. Понятно. Слэш. Так, ну что, давай, наверное, массовую атаку сделаем, да? Нашим нейтрализатором. Вау. И остается лишь Рокстеди. Ну-ка, Ваня, угости его. Изи. Тут по-другому не назовешь. Ну что же, давай посмотрим, куда нас перекинут. На какой ранг. Так, давай-ка. Был 98-й, становится 85-й. Ну что же, неплохо. Три отката у нас еще есть. Артем, Дэн и Евгений. Я возьму, наверное, Евгения. Так, 54-й уровень здесь, да?
Слушай, может быть, мы с тобой вот так вот сделаем и кого-нибудь Рокзара. Самое оптимальное. Рокзар сейчас встанет у нас в провокацию. Естественно, никто из этих охламонов пробить его не сможет, только массовые атаки. Так, давай в провокацию встаем и начинаем потихоньку бомбить. Так, крик. Морозильная кошка у него есть, да? Ага, нам бы убить ее как-нибудь побыстрее, чтобы она не успела отхилять всех. Отличненько. Так, вешает на себя иммунитет. Я не знаю зачем, это ему не пригодится. Мы, наверное, знаешь, что сделаем? Стой, бросим баллончик. Так, Донателло выжил. Да ладно, ты успокойся, сейчас мы тебя нахлобучим вот таким вот образом. Все, все, ребята. Слушай, знаешь, что меня немножко огорчает? Что у нас мало с вами персонажей осталось. Я могу, знаешь, как сделать? Я сейчас верну Леонардо, например, в строй. Да? Возьму Леонардо и отыграю еще пару слабых персонажей, которые у нас еще могут, в принципе, отыграться. Ну что, возьмем, наверное, Анауара какого-то. Назовут же себя. И вместе с Леонардо я возьму вот этих вот персонажей. Я думаю, что Лео все-таки здесь справится в одиночку. Всех положит с одной вертушки. Но если не положит, это будет, конечно, крах. Давай проверим. Делаем с тобой вертушку. Вот об этом я тебе и говорил. Леонардо просто превосходен. Ну согласись, да? С вертушки всех уложил. И, как говорится, дал возможность нам с вами заработать кубки. Ну что же, поехали. На какую позицию мы с тобой перемещаемся? На 60-ю. Маловато будет, я хочу еще. Кстати, у нас 139 монет, секундочку. Дай-ка я забегу быстро в магазин, гляну тут кое-что. Так, мы с вами хотели копить на Донателло, да? Так, 64 еще осталось. А сколько там нужно было? 75, да? То есть в следующий раз мы еще с вами возьмем 3 ДНК, и у нас будет 47. Слушай, ну неплохо, скоро он у нас прапается. А по жетонам пока все очень плохо. Ну что же, возвращаемся на турнир. Так, у нас тут... Кто это? Гаргона? Гергона? Дима и Дивергент. Ну, давай, наверное, возьмем с тобой... А кого взять? Тут все в золоте. Давай, наверное, возьмем Дивергента. Тут все-таки есть один серебряный боец. Берем Донни, Армагона, Криса Брэдфорда, Зека. И вместе с ними возьмем... Возьмем, наверное... Рискую очень сильно, да? Ладно, кто не рискует, тот не пьет шампанское. Поехали. На свой страх и риск я взял вот этого Рокстедика. Надеюсь, мы успеем здесь всех подбить. А если не успеем, будет очень плохо. Так, Армагон бьет астероидом. Ага, Бакстер Стокланд. Ну, проникающим, конечно же, его уничтожаем. Слушай, я сам не ожидал, что мы вот так вот с вами справимся. Причем на изи. Так, двигаемся с вами далее. Поехали. Позиция у нас с тобой 49-я уже. Так, давай посмотрим, кто у нас тут следующий. Екатерина, Энди и Маурис. Слушай, я думаю, мы возьмем с тобой, наверное... Тут 20 кубков, а тут по 21. Тогда я, наверное, возьму Энди. А знаешь, ребята, здесь без разницы кого брать, потому что у нас осталась имба. Так что я мог бы там любых взять и порвать, как говорится. Сейчас что мы делаем с тобой? Ну, естественно, наверное, танец от Майки, да? В первую очередь получится. И массовые атаки. Сейчас Бакстер Стокман. Тот же самый Усаги. Смотри, что происходит. Сейчас Усаги с вертушки, да? Всех накажет. Постепенный урон повесил на двоих. Воу-воу-воу-воу, тихо-тихо, Майки, успокойся, родной. Даже не попал. Ну что же, добиваем с тобой. Этот упадет, если что. Давай, наверное, Донни тоже упадет. Ой, зачем я сделал провокацию-то? Можно было и без нее обойтись, на самом деле, здесь. Да вот, волной всех накрываем. Ну что, ребята, с ареной на сегодня пока у нас заканчивается битва. И мы переходим с тобой
в испытание, где будем разыгрывать ДНК на Супер Шреддера. Единственное, конечно, хотелось бы посмотреть, кого мне там дадут. Каких персонажей. Да? Испытание. Ну-ка. Первый бой. Ой, красота какая, а. Конечно, сюда бы хотелось бы, например, Усаги еще взять и Железноголового. Вот это была команда. Ну, довольствуемся тем, что у нас с вами есть. Поехали. Первый бой, естественно, самый легкий. Мы это все делаем на автобое. Этот Шреддер вообще не алё, да? Тыч! С одной плюшки мы его ушатали. Так, а вот у нас и Супер Шреддер. 40 уровень, а он крепкий, ты посмотри-ка. Ничего себе. Такие три мощные атаки, да, было на него совершено, и он устоял. Хм. Ладно, давай, ребята, дальше поедем. Это был какой? 40 уровень, да, у Шреддера. Так, две ДНК заработали. Здесь у нас тоже, что ли, две ДНК? А начинается у нас вот отсюда, да, по-моему, Супер Шреддер. Ладушки. Так, 50 уровень уже. Ну, это я считаю немножко несправедливо, ребят, да? Если мы с вами играем в испытание Супер Шреддера, то давайте, пожалуйста, ДНК сразу же с первого уровня, а не с третьего на Супер Шреддера. Это нечестно. Ладно, ребят, разберемся. Так, вторая волна. А, тут будет еще один Супер Шреддер. Ну-ка, давай укусим. Теперь вот так вот сделаем. Давай просто ударим. Так, что он там затеял? Ага, в Армагошу, да, попал. Ладно, мы его накажем. Переходим к третьей волне, ребята. И здесь у нас еще один Супер Шреддер будет. Ну что, можно проникающим просто его наказать, да и все. О, выжил, смотри-ка. Ну-ка, так если... Все. Мы с вами зарабатываем еще две ДНК на обычного Шреддера. Это может быть даже назвать его классическим, скорее всего, да? А ну-ка, да. И вот теперь уже мы будем с вами добывать ДНК на Супер Шреддера. И начинается это все с 60 уровня. Это жестко, на самом деле, очень жестко. А следующий будет, по-моему, 70 уровень. Так, три волны. Ну что, приступим. Начинается у него, начинается массовые атаки, естественно. Так, у него меткость понижена, да? Ну ладно, будем бомбить. Я думаю, хиляться пока не стоит. Тем более, это самый первый Шреддер, Супер Шреддер, да? Потом еще будет два. Так, переходим на вторую волну. Вот он. Вот он, следующий Шреддер. Так. Кстати, вот здесь вот, наверное, нам надо будет с вами и броньку повесить, да? И отхилиться. И у ворот, по идее, уклонение надо влепить. Потому что мы этого разбираем. Тихо, 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 ну что ты делаешь? Ай-яй-яй, вот зачем я хилился, да, спрашивается? Зачем я хилился? Для того, чтобы он опять у меня отнял тут уйму ХП. Ну-ка, если укусим. Так, промахнись. Правильно, вот так надо. Ага, он себе повесил броню. Не тут-то было. Давай мы, наверное, сделаем здесь уклонение с тобой. Теперь. Ну, Донни, конечно, не добьет его. А вот Лео, скорее всего, добьет. Вау, да что у него там такое происходит, ребят? Я не могу его пробить, ты прикинь? А ну-ка. Вот. И теперь мы переходим. Это, по-моему, у нас мертвый, да? Мертвый Супер Шреддер. Сейчас его тут реанимирует. Вот это вот. Дракон вылазит. Ну что же, сейчас мы его быстренько накумарим и получим наши ДНК на Супер Шреддера. Ну хватит, хватит уже там выеживаться. 3 часа. У него сейчас массовые эти атаки пойдут, по-моему, да? Угу. Так, поехали. Вторая атака. Нам, конечно, надо бы хильнуться, по идее. Ну, посмотрим, ребят, может быть, и обойдемся. Давай я поставлю провокацию Рафаэля. Он сейчас стопудово будет бросаться с зомби. Так, ага, промахнулся. Ответочку получил. Давай, Донни. Хорошо. Так, Майки, давай свою ульту. Ну и кто добьет у нас? Хм, навряд ли Армагон сможет его подбить. Хотя посмотрим. Нет, смотри-ка, у него получилось. Ха-ха,
сосунок. Все, ребята, его обратно в преисподнюю забрали. Ну, а мы с тобой получаем, сколько там, 3 ДНК или 2 ДНК на Супер Шреддера? Сейчас посмотрим. Наверное, стоит еще в один бой вписаться, да? 3 ДНК. Отлично. Здесь у нас 4-й эпизод. Уровень уже 70-й. Да? Это у мертвого, как говорится, Супер Шреддера. Здесь уже, как говорится, Армагончик мой, да? И Донателло просто... под угрозой. Под большой угрозой. Они могут даже и не дожить. Так, он начинает с отхила. У него постепенный реген включился, а мы будем его пробовать пробить. Естественно, всякими супер атаками, супер ударами, чтобы как можно быстрее расправиться с ним. Так, переходим на вторую волну. Угу. Так, поехали, ребята. Я не знаю, может быть, давайте сделаем вот так вот, усилим свою команду на атаку, да? Повесим дополнительную броню и уже будем потихонечку его разбирать. Сейчас он начнет свои суператаки, наверное, делать, да? Ну, естественно. Куда же он без них-то? Оу! Ничего себе он влепил! Так, давай-ка я отхиляюсь, наверное, попробую. Не знаю, спасет меня это или нет. Так, Армагон, что бы нам с тобой сделать? Давай укусим его. Тоже постепенно урон повесили. Причем нехило отняло, да? У него сейчас здоровье. Ну-ка, Рафик, ответочку. Так. Все, уничтожили. Ну, переходим на воскресшего, как говорится, Супер Шреддера. Вот жалко вот это вот долго, да? Пока придет, пока он его оживет, вызовет, елки-палки. Ладно, выходи давай. Сейчас так же и обратно уйдешь. Хотя, ребята, если у него сейчас будут такие мощные суператаки, возможно, у нас кто-нибудь да упадет. В идеале хотелось бы, конечно, чтобы все остались живые. Но это очень тяжело сделать. Так, во-первых, надо повесить уклонение нам. Вот так вот. Дальше будем просто массовыми атаками его бомбить. Так, давай вертушку сделаем. Ой-ой-ой, какой он живучий. Сейчас кому-то достанется, да? Вау, он в Рафика. В Рафика бомбанул, но у него ничего не вышло, да? То есть он промахнулся. Так, Армагон. Так, нам надо с ним завязывать как-то. Желательно побыстрее. Так, захиляемся на всякий случай. Вот так вот. И поехали. Ёлки-палки, ребята, мы с вами выиграли, никого не потеряв. Это на самом деле очень круто. Очень круто. И тогда мы с вами пойдем на следующий бой. Следующий бой это будет у нас там 80-й, да, по-моему, уровень. Давай-ка посмотрим. А ну-ка. Ёлки-палки. Ну вот здесь, конечно, уже будет слишком жестко. Но, тем не менее, я попробую. А вдруг у нас получится? Естественно, Армагон и Донателло 100 пудов, я тебе говорю, они не выживут здесь. Насчет вот этой троицы я немножко сомневаюсь. Посмотрим, короче, сейчас. Ага. Донателло достало... Ой, Рафаэлю досталось нехило. Так, сколько у нас идет откат? 4 хода, значит, пока я не хочу тратить, ребята. 4 хода это, ну, на самом деле, долго. Так, не упал еще. А если так сделаем? Молодец, Армагоша. Переходим с тобой на вторую волну. Вот он уже стоит, ждет нас. Причем ты заметил, да? У него черные когти, весь он какой-то мрачный здесь. На всякий случай я повешу дополнительную броню здесь. Ой-ой-ой-ой, массовая атака сейчас будет. Смотри-ка, даже постепенный урон он не повесил. Что-то странное. Так, хиляемся. Ой, я даже не знаю, что нам лучше сделать. Давай, наверное, усилим нашу команду на атаку. И попробуем дальше его пробивать. Отлично. Так, Армагон. Постепенный урон. Так, что он сейчас будет делать? Ага, регенерацию врубает. Реген, да? Ну, это, конечно, плоховато на самом деле. Можно было бы уклонение сейчас влепить, но я не буду, друзья мои. Так, давай вот это сделаем с тобой удар. Не помогло, а если так? Изи. Слушай-ка, мы с вами дошли опять до зомби Супер Шреддера. Ну что, попробуем с вами здесь как-то выжить. Ну, вряд ли получится, конечно, сохранить нам и Армагона, и Донателло не получится. Но, тем не менее, этот уровень нам нужно пройти. Так, ну что, ты все там
оклемался, иди сюда, сейчас будешь получать. У него еще сейчас инициатива очень большая будет, ребят. Вот он начинает сразу же, видишь, бомбить. Промахнулся. У-у-у, это что-то новенькое. Так, ну давай, Армагон, влепи ему, пожалуйста. Как мало мы отнимаем здоровье, конечно. Так, уклонение вешаем. Шикарно. Так, давай сделаем вертушку с тобой. Живучий, гаденыш, посмотри. Оу, сейчас. Вот это массовая атака, да, ребят? Да, это массовая атака была. Давай, наверное, вот так сделаем. Нам бы хильнуться и в провокацию встать. Я, наверное, сейчас встану в провокацию нашим Рафаэлем. А, блин, а у кого отхил? У Лео, да? Только у Леонардо осталось. Давай укусим, может быть, постепенно. Нет, не повесили. Лео, хиляй, пожалуйста. Отлично. Так, опять он бросает. Попадает. Он попал. Ну что, друзья, сейчас будет больно, наверное. Ух, господи, он убил мне Рафаэля, ты представляешь? Ну ладно, гаденыш. Рафаэля он мне подбил. Так, давай, Лео, супер атакой. И добить нам его надо. Добить. Укусик. Сейчас кому-то еще не поздоровится, он промахивается. Он, представляешь, он бомбит по майке и не попадает. На самом деле это круто. Изи. Жалко, конечно, что у нас Рафаэль погиб. А так бы было бы идеальное прохождение, да? На три звездочки. Но, видимо, не судьба. Нет, конечно, можно этот уровень переиграть. Немножечко постараться как-то вырулить ситуацию. Но, не знаю, ребята, 4 ДНК. В общей сложности мы получили с тобой здесь 4 и тут по 3, да, ДНК. 6, 10. 10 ДНК на Супер Шреддера. Так, и тут, по-моему, да, 4 ДНК на классику. Давай-ка мы с тобой зайдем в списочек и посмотрим, где у нас этот Супер Шреддер. Где он находится-то, я не могу понять. Я его что-то тут и не вижу. Сейчас, секунду, ребят. Сейчас посмотрим, где он тут находится. Я что-то не помню. Эй, Шреддер, ты куда спрятался от меня? Надо помедленнее смотреть. Так, ну это обычный у нас. 20 ДНК нам не хватает, чтобы его перевести на следующий ранг. Так, здесь у нас Крэнк. Вот он, друзья мои, ну смотрите, 55 ДНК. Нам нужно всего лишь 25 ДНК, и мы сможем его перевести в четвертую золотую звезду. Кажется, вроде так мало, а на самом деле это очень-очень долго и много ДНК нам нужно еще с вами выбивать. Так, сколько у нас осталось сыра? Сыра у нас осталось 36. Это можно, ребята, пустить, знаешь, куда? Вот сюда, на испытание девичья сила. Давай-ка попробуем пройти, сколько сможем. Ну, в идеале, конечно, мы должны пройти это все полностью. Так, поехали. Убираем пока вот этих ребят. 12 уровень. Берем вот этих вот девчат. Поехали. Естественно, они сейчас тут будут их разбирать на изи. Тут мы вставим автобой. Так, шикарно. Так, переходим на вторую волну. Здесь у нас Крэнги в своих костюмах. Давай. Ну, сами понимаете, ребят, тут все на изи, потому что у противника всего лишь 12 уровень. Они сейчас их разберут с полточка. Мы с тобой, знаешь, до куда дойдем? Наверное, этой командой до 4 эпизода, где начнутся уже 45 уровни. Потом нам придется переключаться с вами на имбу. Хотя, я не знаю, для чего это надо было. В любом случае, мы с вами не пройдем полностью, если будем придерживаться чисто вот этих вот девчат. Потому что они у нас слабенькие, вы сами видите. Хоть и имеют платиновый ранг, да, хоть у них там все прокачано, но все равно они слабые. Кстати, можно посмотреть некоторые удары. Например, ну, у Карайки у нас тут все прокачано, так что у нее смотреть нечего. Давай здесь глянем, что у нас у кого-нибудь другого. Так, ну, Змея Карай тоже у нас прокачана полностью, так что вот, например. Хоба, это ульта, да? Прикольная, причем вот, ребята, ульта у нашего Алапекса. Офигенная.
Так, здесь, ну, тоже мы видели, да, у морозильной кошки. Это ульта Снежок. Да, то есть для нас новенькое было только одно. Это у Алапекс посмотреть ее суператаку. И все. Ладно, давайте разбираться. Тут уже, как говорится, смотреть не на что и не на кого. Да ну, Алапекс, ты че? 25 уровня Эйприл и Алапекс не смогла забомбить. Да чего же она слабенькая, ребята, вы можете представить, да? Она 45 уровня, плюс у нее, ну, прокачка, естественно, полностью фуловая. И она не смогла подбить Эйприл О'Нил, которая 25 уровня была. Вот сидишь и думаешь, зачем мне тогда нужен такой персонаж слабый? Давай-ка мы с тобой, знаешь, что сделаем? Уберем Алапекс, нет, Алапекс пускай будет, мы с тобой посмотрим вот на этих девчуль. Я хочу посмотреть, что у Шинигами за ульта. По-моему, если не ошибаюсь, это выпускает она летучих мышей. По-моему, да? Или я ошибаюсь? Сейчас глянем. Сейчас мы с вами это глянем. Так. Ну, здесь не стоит пока ничего делать. Мы и так с вами подобьем. Двигаемся здесь. Так, грибочки. Так. Ну что, Шинигами... Ага, вот, ребят, ну вот это прикольная штука, да? У Эйприл Кунаичи вот эта вот массовая атака молниями вообще превосходная. А вот здесь надо уже... Вот, ну да, ребят, это называется у нас... Не топырь, не топ... Да, не топырь, не топырь. Выпускает летучую мышь. Жалко, что она, конечно, не массовая вот эта атака, а одиночная. Было бы, конечно, прикольно, если бы это была масуха. Так что Шинигами, можно сказать, тоже слабенькая. Вот у Алапекс масуха, так масуха, да, через весь ряд проходит. И всех противников, естественно, подбивает. Вот это классно, на самом деле. Но то, что она сама по себе слабенькая, это, конечно, меня совсем не радует. Так, ну что у нас, морозильная кошка, да, тут на кону. На кону, давай мы уберем, наверное, вот так вот сгодится, да? Так сгодится, 40 уровни. Да, друзья, это, по-моему, у нас будет последний бой с девчулями. Потом нам придется переходить на нашу имбу. Иначе мы тут далеко с вами не уйдем. Тем более сыра, вы понимаете, у нас в обрез, и нам нельзя тут проигрывать лишний раз. Ага, тут у нас получается 4 волны. Мы с вами на второй. Так, давай вот эту вот ульту зарядим. Прекрасно бомбит, на самом деле. Так. Упал. И добили. Переходим на третью, это предпоследняя. Так, а вот здесь вот Шинигами, здесь надо быть поаккуратнее. Так. Замедлили. Теперь давайте сами, наверное, ускоримся в этот момент. И что же нам сделать? Так, ульта у нас отсутствует. Ну, давай, наверное, попробуем с тобой веером подбить. Получится уронить ее? Нет, не вышло. А копьишком? Давай, Карайка, не подведи меня. Нормуль. Так, применяем ульту. Давай, Лапекс, шибани там как следует. Фьюх. Слушай, ну неплохо на самом деле. Так, а Лапекс я сейчас должен уронить. И остается у нас Эйприл Кунаичи. Да, ребята. Переходим на... Ага, здесь у нас крэнк в девочке-киборге. Ну давай. Морозильная кошка такая радостная там сидит. Ты-ты-ты-ты, что там натанцовывает? Ну-ка, снежком в нее давай, заморозь. Да, действительно заморозили, все получилось. Вау, еще и антииммунитет повесили. Так, давай-давай-давай. Ну что же, и добиваем. Супер поцелуем от Карайки. Нет, не вышло. Тогда вот так сделаем. Нормуль. Друзья мои, очень хорошо все получилось. Так, ну что, мы с вами убираем команду девчонок, да, и будем уже брать нашу имбовую команду, которая состоит из черепашек. Морозильная кошка в копилочку. Так, ну что, убираем и берем, друзья мои. Так, где они у меня? Ага, вот. Раз, два, три, четыре, пять. Может быть, вместо Майки нам взять Железноголового?
Ладно, пускай будет так. 55 уровень у наших противниц. Я думаю, что здесь можно спокойно включить автобой. Мои черепашки здесь все равно всех разбомбят. Это тем более, ребята, имба. Ну, самое настоящее. 80 уровень минималка здесь у меня. А они всего лишь 50 уровня. Так что на одном дыхании у нас тут все получится. Так, вырубили эту мутант-белку. Причем Усаги вешает на всех. У него пассивка, да? Это делать двойную атаку. Ты посмотри, у всех практически, кроме Рафаэля и Леонардо. У остальных все двойные атаки висят. Это круто на самом деле. Так, раз. Раз. И последнюю крысу. Красавцы. Последняя волна. Я думаю, здесь тоже без проблем все это получится. Так, Майки решил сплясать. Ага, уклонение повесили. Ну что, минус морозильная кошка. Вообще просто на удар, друзья мои. Ну хорош-то, Лапекс, сейчас же упадешь. Нет, смотри-ка, выжила. Все, готово. Бронированный таракан и... Во-во-во, шинигами там раздухарилась. Сейчас мы ее... Упс, все. 50 уровень, да, это было? Значит, сейчас у нас будут противники 60 уровня, потом 70. И вроде бы все. 80 уровня здесь не будет. Так, ДНК на Алапекс мы получили. Ну да, вот у нас предпоследний этап, где у нас будет разыгрываться ДНК на Шинигами. 65 уровень. Ну да, получается 75 уровень здесь максимальный. Поэтому мы с вами и проходим здесь все на изи. Если бы здесь был 90 уровень максимальный, тогда вряд ли бы мы это испытание смогли бы с вами пройти. Так, ну-ка, зачем ты вот это сделал, а? Раф, я не знаю, вот делает ульту для чего? Хотя у него ульта одиночная, вот это вот, можно было, да, действительно, он правильно сделал. Там постепенно урон еще сработал, да, и этот кибернетик, как говорится, отдуплился. А мы с вами уже на третьей волне. Стрелозады. Самые, кстати, легкие, мне кажется, противники. Так, упал, упал. Упал, просто, значит, истребляем. Упал и... Вот Майки, да, две атаки делает и добивает. Переходим на предпоследнюю волну. Здесь у нас, опять же, и Шинигами, и Змея Карай, да. И Алапекс, и Морозильная Кошка. Ну, все девчонки, короче, которые тут есть в игре, они все здесь присутствуют. Так, Рафаэль берет провокацию. Бакстер... О, я думал, он добьет морозильную кошку, не получилось у него. Опять у нас Усаги занимается ерундой. Зачем он делает ульту на двух противников? Ладно, может быть, нам лучше переключиться на ручной режим, чтобы завалить этого босса. Давай-давай, вставай, раскрывайся, покажи свою харю. Вон она. Противная, с пультиком, он там сидит, что-то наяривает. На тебе. Оп, двойная атака. Давай-ка я, наверное, спляшу, да, поставим себе уклонение. И... Я думаю, ракеты будет достаточно, наверное, да? Какой-то вообще легкий, ватный босс на самом деле. Три звездочки, как с куста. И получаем с вами мы ДНК на Шинигами. Одну штучку. Так, а последнее у нас кто будет? Кунаичи, если я не ошибаюсь, да? Кстати, вы помните, сколько нам нужно ДНК на то, чтобы пропать Эйприл Кунаичи? По-моему, 4 штуки, если я не ошибаюсь. Так, подожди-ка, дай-ка я вот здесь вот. Подожди, мне нужно было... Да елки-палки, мне нужно было ДНК здесь разобрать. Кстати, у нас тут уже излишки появились. Смотри-ка, надо это все дело разбирать. Так, на караечку. На Ваньку стиранка. Давай обменивать. Так, муха. Аж 4 ДНК у нее. Так, морозильная кошка тоже давай разбирать. Эйприл. Классическая. Так, Мондагека. 70 ДНК. Смотрите, друзья мои, 4 ДНК нам не хватает. Блин, и она у нас получит 4-ю серебряную звезду. И, соответственно, потом ее можно будет сразу перевести в 4 золотые звезды. Или 3 золотые дается, я не помню, если честно. Так, задание тут у нас. О, достижение получил какое-то. Это те дроиды, что вы ищете. Победите крэнка дроидов, которых нужно победить 500 раз. О, еще
Две ДНК на Шреддера нам досталось. Слушай, а у меня, оказывается, очень много еще не выполнено, да, вот этих вот заданий, достижений. Так, что у нас на Рафаэля? Давай, наверное, тоже обменяем. И у Леонардо. 4 ДНК, короче, нам нужно, чтобы Кунаичи перевести на следующий ранг. Так, ну что же, испытание и последний у нас заключительный бой. Упс, ребята, вот это лопухнулся я. Вот это лопухнулся. Сколько не хватает? Нам не хватает всего лишь 2 сыра. Ладно. Я думал, что мы сейчас пройдем, но не вышло у нас ничего. А вот тут-то у нас что-нибудь... Я даже посмотреть не могу, да, что здесь у нас разыгрывается. Но я вижу вот эти эмблемы. А они нам нужны. Надо будет тоже посмотреть, какие здесь противники. Может быть, нам даже... Так, всего лишь 3 уровня. 3 эпизода, да, получается. Ладно, это мы с вами уже заценим в следующей, ребята, серии. А на этом будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам!